Ох, как красиво! И ох, какой гол Райан Вески! Исполнил номер, который часто приписывают. Якова. Везде поспевает Якова. И в большинстве, и в большинстве. Мозес! Стив Мозес! Я готов произносить его имя и фамилию еще несколько раз. Здесь еще и дома играют перед своими трибунами. Хороший какой сольный слалом. Здорово, как все раскатано. И шайба в воротах. Блестящая комбинация. Невероятно красивая комбинация, которая дарит заброшенную шайбу Максиму Карпову. 4 минуты сыграли команды во втором периоде. Полный состав играет Словат. Ух ты! Разыграли как по нотам. Здесь Кирилл Кольцов. И Андрей Зубарев. Два защитника сыграли как заправские форварды. Классно. Что тут сказать? Пушкарев. Мозац. В серединку пошел. Оставление. Умар. Бросать не стал. Гол. Красавцы. Кайгородов, 78-й Евгений Скачков, тройка нападения. Ух ты! Евгений Мозер открывает счет в этом матче. Вот так вот звено, третье звено авангарда переиграло сейчас своих оппонентов. 37-й Александр Пережогин, 24-й Александр Попов, 61-й Евгений Мозер. Негодует скамейка запасных СКА. Как Астан, вот бросок и добивание! Радулов! Радулов делает счет 2-0! Бросил Радулов! И шайбу подопечным Быкова надуло! Я же говорил, задумал недоброе! Ляска! 2-1!